В начале заседания предприниматели Десногорска подвели итоги работы Совета за 2017 год. Доложили о результатах поддержки за минувший год малых предпринимателей Десногорским муниципальным фондом. Рассмотрели работу программы по созданию благоприятного предпринимательского климата и обсудили, насколько эффективно она реализуется на территории нашего города. Мы открыты для диалога, для общения. Вот. Так что я призываю всех к полноценному сотрудничеству. Надеюсь, это рано или поздно произойдет. Начальник отдела экономики и инвестиций Ольга Петрова сообщила собравшимся, что принимаются заявки на участие в ежегодном конкурсе на звание «Лучший предприниматель года». Также обсудили участие десногорских предпринимателей в организуемых ярмарках, которые проходят в городе в праздничные дни, и рассмотрели методику определения размера платы за размещение сезонных торговых точек на территории города. В завершении заседания глава Десногорска Андрей Шубин вручил почетную грамоту Тольятту Мамедову за многолетний добросовестный труд и значимый вклад в развитие экономической и торговой деятельности на территории города, а также в связи с празднованием 60-летнего юбилея.